В субботу 3 февраля севастопольцы вышли на общегородской митинг «Севастополь за сильную Россию». Торжественную встречу приурочили ко Дню воинской славы России, 75-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Десятки жителей нашего города собрались в этот день на площади имени Павла Степановича Нахимова, чтобы почтить память тех, кто отдал жизнь за Родину. Мы выступили с инициативой проведения этого митинга, чтобы во всеуслышание поддержать политику нашего руководства, страны, его национальную, международную политику, которую они проводят, ту позицию, которую во всех мировых форумах и площадках придерживается и проводит, и притворяет в жизнь наш президент. Участниками торжественного митинга «Севастополь за сильную Россию» стали представители общественности города, ветеранских и молодежных организаций, простые горожане. Все они знают, зачем пришли. Мы за Крым Путину благодарны по гроб жизни будем. За Крым, за Севастополь, за нашу Россию, которая действительно поднялась с колен. По крайней мере, про нее сейчас говорят. Пусть кто-то плохо, но, по крайней мере, говорят как о России. Россия действительно наша страна. Мы любим нашу Родину, в которой мы живем. Мы хотим поддерживать политику нашего президента Владимира Путина. Гордимся страной и хотим, чтобы многие жители нашего города разделяли нашу позицию. Это важный шаг, потому что это необходимо для нашей Родины. Потому что если мы едины, то мы не победим. Я очень польщен, что севастопольцы остались неравнодушными к данной нашей инициативе, поддержали, и вы сами видели, какое количество людей, общественных организаций, молодежных пришло нас поддержать.